Вам нравится гулять в лесу? Да. Иногда. Всякие грибы собирать, ягоды. Там все костер разжигать, жарить все на костру. Там очень красиво. Что-то можно увидеть интересное. Например, медведя. Медведи, лисы, волки, зайцы, лягушки всякие. Разных животных. И много грибов и ягод. Что вы будете делать, если заблудитесь в лесу? Ну, если есть телефон, маме позвонить. Ну, а если там связи нет? По палке иди. Надо стоять на одном месте и звонить. Кричать на помощь. Надо положить палку, да. Прислушаться, да. Откуда идет звук, да. И потом туда, ну, идти. Да. Если услышали шум, надо сразу пометку сделать. Можно взять свисток и посвистеть, чтобы вас услышали и нашли. Успокоиться, прислушаться. Если в лесу, например, люди там, или поезда, машины. А что делать, если вы встретили дикое животное? Можно залезть на дерево. Надо найти убежище. Можно на животных покататься и успокоить их. Ну, например, волк. Лису можно. И она может быть зараженной. Надо не двигаться и стоять смирно. Если есть еда, ей дать еды. Можно притвориться то, что ты там умер, например. На дерево не надо залезать, если медведь. Ну, тогда уже беда. Бежать не надо. Да, бежать не надо. Надо просто сесть на корточки и просто смотреть на него. И не убегать, не вот так вот. Он тебя не боится. И притвориться мертвым.